общем, мы еще один магазин смотрим. И что-то безрезультатно. Вот та одна курточка, что значит, да? Что значит безрезультатно? Тебе она прям сильно-сильно понравилась? Да. Так, это туда дальше. Там мы поднялись на второй этаж. Там есть магазин. Нет, тот взрослый. Вот теперь фонтанчик снизу у нас. А что тут красное? Кто-то что-то кинул красненькое. Ну что, рыбки какие-то светящиеся? Красиво тогда. Давайте на работе вот так уже сделаем. Угу. Смотрите, сколько там денег. Как думаешь, сколько там в сумме? Да я знаю, зачем этот фонтан делали. Это... Я думаю, что там несколько тысяч. Зарплата, да? Это зарплата охранника. Вот это. Они собирают потом, это мне когда-то сказали, что в парке зарплата охранника. Это то, что в фонтане. Мы детей забираем, мы нет. И... А кто вам сказал, что это зарплата? Ну, вот смотри, как вышло там. Так, идемте. Дианик. Размялась. Еще один детский магазин. Но это вообще что-то тонкое. Курточек нету. У нас такие лосины, Ваня. Толстовочка тоже прикольная. Сколько она стоит? 600 гривен. Прикольная. Нету здесь курток. Вов, я не вижу курточек. Ты видишь куртки? А? Так это для мальчиков. А Дианя потерялась. Ой. Это неинтересно так. Нет курток. Жаль. Ничего. Пижамки классные. Шапочка тоже. 100 гривен. Сейчас пусть померяет. Просто один на голову. Вперед. Аня, одень шапку. А мне все видно. Тыковка, одень шапку. О, как бабушка 70-летняя. Ужас, снимай. Это не твой фасончик. Все, походу мы тут ничего не выберем в этом магазине. Еще одну меряем. Застегнись, оно тоже как пальтишко. Columbia Pictures. Застегуйся. Ань, застегнись, оно понятно будет. И к зеркалу пройдись. Тоже хорошо вот это сидеть. Мне нравится в зеркало пройдись.
вина тоже, как ты хотела. Не хотела я так. Я знаю, что я хочу. Одевай. Ну, расстегни. Мне вот это больше нравится. Тут нету того меха. Ну, что это за карман? Что это, да? Ой, я знаю. Знаешь, как делают? Как? Там задохнуться мне можно, когда открывать капюшон. Короче, сейчас я тебе покажу, как делают. Как? Отойди. А, я поняла. Я ведь не помню, как это делать. Это не так, Аня. Я поняла смысл, но это не так. Одевай еще раз ее. Да не нравится, что мне ее одевать. Вообще не нравится. Вообще не нравится. Ну, мерь еще раз эту вторую. Но она, ну так я хочу плотнее. В ней снег спадать. Чего вы мне запрещаете? Снег падать надо в такой темной. Вот ничего такой надо в темной падать. Мама, постираем, господи. Ну, если ты будешь ее стирать каждый вечер, то с нее. Будет стирать, знаешь, кто? Кто? Машинка. Угу. Ты будешь стирать. Ее же так сложно будет закинуть. Она на камере голубее выглядит. А в реальности она такая бирюзовая. А где я ближе камеру поднесу? Вот так вот. Вот это уже домой. Тебе нравится? Ничего не сдавливает, не задушит, ничего. Ну, мех тут какой-то дешевый. Не вау. С прошлой куртки розовый такой мех протянул. А ну, поверни спинкой и пройдись туда. Смотрите, тут есть карманы. Ань. Как этот мех равняет вообще? Может, отпаривать или надо? Да он со временем расправится, это он слеженный. Пройдись туда вперед. Ну, это пошито лучше, чем та. Чем та, что она только шумерила? Чего? Ну, та она, ну, та похабно пошита. Дождь, снег оттолкнет, а эта тканевая как себя поведет? Да. Дождь, снег оттолкнет. Хотя тоже, но она не совсем такая ткань. Она, да, она какая-то вот вроде пропитана чем-то. Ну, мех он распушится. Да, господи, я ж не буду его одевать, папаша. Берем. Тебе точно? И снег буду падать. Точно нравится? А, подожди, вот не снимай, вот еще так повторю. Так еще буду делать сейчас. Но она многофункциональная. Она смотрит на карманы и на молнии, все. Ее надо и на цветы, и на карманы. Брейк-данс. Угу. Нет, тебя надо. Она теплая, я начинаю паниковать. А ну дай. Что значит паниковать? Завтра теплая, в школу в ней пойду. Ты же хотела теплую. Я не знала такую фирму. Что это за Мирел? Мирел. Мирел. Какой-то как грязный цвет, нет? Теперь мне. Это у тебя грязный цвет, а у меня чистый речковой цвет. Пройдись еще туда задом. Не знаю. Что думаешь? Аня, тебе дай покривляться. Ну, длина нравится. Больше не надо, меньше не надо? Нет? Больше не надо, да меньше? Да не надо. Мне уже жарко. Ну, 158 это твой. Что, берем? Завтра мне в школу иду. Завтра жалко, что физрение только лишь. Я не чё знаю, я сомневаюсь. Ты она мне на 80% нравится, не больше. А мне нравится. Не 100%. Мне, ну, с другой стороны, мне нравится, что она такая, как, ну. Какашечная. И не дутая, и как бы такая, как парка своего рода. И что делать чё будем, а? Ну, нравится мне, берем. Вова. Да что, беру. Нормально, она пошита, нормально? Пошита хорошо.
цвет непонятный. На камере он такая с голубизной идет, а в реальности... В общем, ребенку купили, покажи. Самокат. Куртку купили, ту, что она хотела. Ну, вроде бы как ничего. А там будет носить, она покажет. Угу. Пошли, Аня, проплатим. За покат еще. В общем, мы купили курточку, Аня. Ты довольна? Да? Да. Он стоит там. И все это дело красиво. Завершим. Как это называется? Мокка, да? Мокка. Мокка, Аня, милкшейк у тебя. Держи. Бери, он холодный, правда. А трубочки? Трубочки, вот. Картошка фри и водичка. Ты счастлив? Очень. Мы все очень счастливы, что купили наконец-то тебе курточку, Аня. Милкшейк. Милкшейк. Вот эту штуку я не пробовала. Мокка. Кофе с какао и присыпанная. Холодная? Ну так сложно набирается. И по чуть-чуть, потому что она холодная. А вкусно? Угу. Да? Ну все, нам приятного аппетита. Наша поездка завершилась, да? Удачно. Ехать? Не, ну в смысле, то, что хотели, купили. Все, до новых видео, до новых встреч. Всем пока. Или как-то. Нам Буш. Папа забрал, да? Буш. Да, забрал. Забрал, папа. А. Ты же ребенку купил. Пей свою мокко. Что это за компот? Это кофе с какао. Аня, картошку фри. Хочешь попробовать? Нет. А вкусно, скажи? Тут сахар есть? А может расколотить? Ну то сверху сливки. Вкусно? Надо расколотить. А вот там уже лед подготавливают, который скоро будет работать. Смотри, он заливает слоями, видишь, оно подсыхает. Подсыхает, замерзает. Вкусно? Картошка вкусная? Да. Дайте мне угоститься. Ну как себя? Все, всем пока.